해주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 사과대 문자부부 제이 나스테아입니다. 예, 오늘의 컨텐츠는 아까 리스코 미에스타 고엔 햄죄면. 햄죄면. 나 오늘 최했어 햄버거. 아. 최대. 최대. 몇 개 먹어요? 몇 개 먹어요? 저희는 햄버거를 이렇게 사왔는데 맥도날드에서 사왔어. 요 치즈버거는 맥도날드에서 러시아 맥도날드 얼마일까요? 아... 글쎄요. 글쎄요, но примерно. Ой, я не помню, сколько. 100? 100 рублей. Да. Тогда у нас 20, поэтому это 2000 рублей. Нет, это дешевле, да? Рублей 70. 70. Да. 예. 요 치즈버거 하나는 50루블입니다. 50루블. 러시아에서 가장 인기가 많은 치즈버거. 하나에 50루블. 저희 한번 오늘 햄채면 햄버거 최대 몇 개까지 먹을 수 있는지 한번 오늘 찍어보도록 하겠습니다. 어... 야, 너무 예쁘게 씻어지지. 나? 야, 너무 예쁘지? 넌 20 됐다. 20 штук. 나 кажется, легко вообще. Значит, здесь котлета, говяжья, да? И сыр. плавленый. Ну и булка. Все. А, и соус, наверное, да, какой-то? Да, соус только... Кетчуп. Только кетчуп. И маринованный огурец. А, огурец еще есть? Да. Нет, немного крепнее. Чай макисмида. Макисмида. Да. Первый хорошо идет. Тут нету майонеза, только кетчуп, нету чувства как-то... Жирное? Да, что-то жирное, я такого чувства не было. Ну да, но мне кажется, что еще дешево и можно перекусить, хорошо наесться за очень дешевые деньги. Второй? Пока хорошо. Пока хорошо себя чувствую, вкусненько. Как-то мне второй даже вкуснее, чем первый. Ты уже 4 ешь, уже будешь бодяжка. Ты думаешь? Мне кажется, я 6 съем. Ой, когда тяжело жевать много. Чего? Почему ты смеялся? Я половина у тебя. Ты там. Да? Ну я, честно говоря, тоже. О, так, третий. Третий пошел. Ты сказала, что... Блин, я уже начинаю сомневаться. Слушай, а в Корее чизбургеры, у нее другой вкус? Да, другой. Почему? Не знаю. Тем другой. Вкуснее? М? Я не помню. Сколько давно не был в корейском Макдональдсе. Даже не помню, в Корее какой вкус был. Но в любом случае, Папа Джонс и в Корее Папа Джонс совсем, да, совсем другое. Я знаю. Да. И здесь Pizza Hut, в Корее Pizza Hut, это вообще совсем разные вещи. Я была в Корее, я была здесь, это мы Pizza Hut были, да? Или Папа Джонс? И там были. В общем, в России, я, конечно, извиняюсь, но это полный ужас, это кошмар, это есть невозможно. В Корее это настолько было вкусно, что я не знаю, я готова каждый день туда ходить. Мне кажется, Макдональдс хорошо. Бургер Кинг хорошо. Да. Но... KFC хорошо. Но пицца как-то с пиццей как-то... Да, тоже, ужас. Да. Нет, сейчас сказали, только попробуем. Нет, все. Нет прикола тогда.
Вы просто хорошо кушаете. Прикольно, что много жрёт. Милый, мне еще на работу идти. Как ты себе представляешь, как я буду на работе себя чувствовать? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Ой, я уже мучаюсь. Я не могу. Уже очень невкусно. Иду. Ты уверен? Да, вообще. Точно? Да. Это правда страдание. Фангером не станем мы. Никогда в жизни, никогда вообще. Я не понимаю, как они все это съедают. Все. Половина. 4,5. 4. Папа, когда ну, с мамой, со мной, с братом, когда мы едем что-то кушать, да? Тогда папа специально очень много заказывает. Вообще много. Нам придется сожрать это все, да, съесть. И через, после этого уже мы где-то год не вспоминаем про эту еду. Я помню, милый. Слушай, ну хорошо, что вы не видите, что происходит под столом, потому что я тут уже отстегнула штаны, убрала резинку. Джей! Давай, Джей. Сейчас. Камень, ножниц, бумага. Кто проигрывает, съедает еще один. Точно? Это не я предлагал, ты предлагала, да? Давай. Блин, ну ты слишком хорошо в эту игру играешь. Может что-то другое? Давай, давай. Нет, что я умру, правда. Блин, я уже знаю, что я буду есть. У меня в шоу. Пожалуйста, Ю-е-фа! Как? Как? Я, правда, я выиграла. Нет, просто я не ожидала, потому что Джей очень хорошо в эту игру играет. Очень хорошо. Это просто какой процент только. Это хорошо, игра такого нету. Нет, есть такое. Даже есть чемпионат, ты продумываешь. Блин, мне себе жалко. Ну, это половина, да, есть. Блин, мне себе жалко. Мне себе жалко, милый, я разрешаю половину.